И всем привет! Вы на канале Алекс ТВ, и сегодня я поиграю в игру под названием Reanimation. Я скончал. Reanimation Inc. Наберись. И это, как мы догадались, игра про скорую помощь. Давайте прочитаем, что тут написано. Внимание, эта игра — моя попытка создать реалистичный медицинский симулятор игроков. Так. Но это дисклеймер, типа, от разработчика. Удалось мне игра или нет, решать вам. Помните, игра может совершать ошибки. Спасибо, не является усилием. А вот и главное меню этой игры. Reanimation Inc. Тут язык есть, у меня уже есть. Начать, давайте начнем. Добро пожаловать в ангар. Прежде чем ты сможешь поехать на твой первый вызов, изучи теорию, нажав на курс 0, и пройди экзамен. Постепенно ты дойдешь до 5 курса, где тебе будет доступно более 20 заболеваний, 17 лекарств, множество действий и исследований. Удачи! Давайте пройдем курс. Курс 0. Здоровый игрок. Курс 0. Игрок. Курс 0, который ты изучаешь, самый большой, но самый важный и базовый. Пожалуйста, вот изучи его внимательно. Ну, тут рассказывают про наши органы. Вот, как вы видите, про мозг, легкие тут. Я как раз увлекаюсь медициной, и я сейчас это прочту. Ну, а вы можете скачать эту игру и поиграть сами. Ну, давайте я пока что сам прочитаю. Итак, я сейчас все вот это прочитал, некоторые записал, я пока что беру звук. И нажмем пройти экзамен. Экзамен, надеюсь, ты подготовился. На каждом экзамене тебя ждет до 5 вопросов. Правильный вариант ответа только один. Одно из действий адреналина. Сужает сосуды, повышает давление, расширяет сосуды, понижает давление. Слишком сложно, пройду. Сужает. Что такое СП-02? Это название алгоритма. Чем плохо давление 40 на 20? Что означает комплекс QRS на ЭКГ? QRS — это сокращение желудочков. На ЭКГ — мелководная дефибрилляция желудочков. Твои действия. Мелководная дефибрилляция — это остановка сердца, действует не так. Так. Увы, где-то ваши. Так. Сужает. Может, насыщенный здесь? Ну, короче, я сейчас попробую пройти сам. Итак, я сдал экзамен. Наконец-то. Так, все. Теперь мы можем выехать. Также мы можем включить сирену. Давайте послушаем звук. Ну да, вот такой звук. Тут можно улучшать навыки, курсы, кровь, переливание крови, лекарства и автомобиль. У нас есть 3 автомобиля. Низкая скорость, долгая еда до больницы. Учти, что путь от дома пациента до больницы может быть разной длины.
более высокая скорость 1200, я бы купил вот эту. И самая высокая до 40% больница. Давайте на выезд. Карьера. А ты прошел курсы первой помощи от Красного Креста? Нет. Давайте включим звук. Добро пожаловать на твой первый выезд. Познакомимся с интерфейсом. Это показатель состояния мозга. Если указатель заходит в серую зону, возможно необратимые повреждения мозга. Черная зона означает биологическую смерть мозга. Печально. Это ЭКГ-монитор. Если кликнуть на него, он увеличивается. Разберешься с ним сам. Скажу только одно. Синий график слева от SP02. Так, вижу. Показывает одновременно пульсую волну. То, как хорошо сердце прокачивает кровь. И SP02. Так, настоящий монитор. На настоящих мониторах показывает только пульсовая волна. Этот график называется PLS. Это панель инфузии, капельницы. Здесь можно включить переливание крови физраствором. Ну, это в скорых помощях, насколько я знаю, переливают кровь только в экстренных случаях. Если вообще больница далеко, надо кровь перелить. Так-то до больницы. Так, количество крови у пациента — красный столбик. Циркулирующая кровь — серый столбик, кровь. Водопо крови — это кровь стоит в органах и играет роль аварийного запаса. Она переходит в циркулирующую кровь при кровопотере. Здесь находится информация о пациенте. Кнопки принятия решения. Если состояние критическое, скорее жми на кнопку с машины, чтобы начать ехать в больницу. Если не критичное, окажи помощь и жми кнопку «Оставить пациента дома». С остальным разберешься сам, а сейчас увеличь ЭКГ и посмотри на ритм сердца. Ну, вроде бы нормально бьется. Как ты видишь, на ЭКГ видно фибрилляцию при сердце. А если не видишь, повтори базовый курс, чтобы купировать ее. Введи амиодарон. Что, амиодарон тебе надо, да? Так, кто она? Имя Александр Иванов. Он. Помощь, возраст 32. Любит котиков. Что случилось? Пациент почувствовал себя плохо. Симптомы — одышка. Что там тебе надо вести? От лекарства. Амиодарон. Прежде чем вводить лекарство внутривенно, необходимо обеспечить венно... Так. 10. Использовать. И уже введем амиодарон. Вроде бы все. Так, это я уже видел. Отлично, сработано. Посмотри, как фибрилляция постепенно исчезает. И нажми на кнопку с домиком, чтобы оставить пациента дома. На самом деле ждать не обязательно, но разок будет полезно. Вы собираетесь оставить пациента дома? Вы уверены, что у него нет критического состояния? Да. Постановка диагноза. Так, кровотечение. Фибрилляция? Нет. А что у него? А кровотечения не было. Даже не знаю.
Гипертонический криз? Что? Ничего, ясно. А, у него ничего не было, походу. Короче, да. Мы оставили пациента дома, у него не было критического состояния. Ставка на весь плюс 20, диагноз поставлен неверно. Наверное, просто надо было кинуть. Ноль сложность состояний плюс 5 и оказана необходимая помощь плюс 30. Окей. Давайте еще одного спасем. И, наверное, все. А, тут еще можно улучшать. Дефибриллятор. Искусственная вентиляция. Угу. А, пока что мешок комбо. На выезд. Проводи дефибрилляцию раньше. Надеюсь, звук не мешает. Так, Илья Кузнецов, полумужской возраст 60. Любит котиков. Симптомы нету. Симптомы. Тут, кстати, один и тот же человек. Кажется. Так, боли нету. Давайте вот тут самое откроем. Действие. И все оставляем. Да? Были выбраны не все состояния. Правильный диагноз. Фибрилляция при сердце. Ну, ясно. Короче, диагноз я не умею ставить. Сейчас, короче, я поставлю телефон на зарядку и вернусь. Ну, наверное, спасем третьего, если спасем. То, что-то я быстро, я одно и то же. У нас 115 долларов уже. Любая сделана покупка, отключать рекламу, да это возможность ускорения времени, разблокировать режим, радовать разработчику. Евгений Четверг. Оригинально. Любит путешествия. Женский 31. Опять одышка. Да что ж такое? Давай. Действие. Венозный доступ. Амиадрон. Или амидарон. Амиадрон. Амидон. Амиодарон. Вот. Амиодарон. Ну, вроде бы все. Боли нет. У него все нормально. Кровь нормально. Давление. 120 на 70. Среднее. Нормально. И температуру не буду измерять. Все, домой, наверное. Ааа, я все правильно сделал. Ставка на выезд. Да. Ну, такая прикольная игра. Мне она довольно понравилась. Если вы хотите, чтобы я в нее начал ее проходить, или в следующий раз поиграл, пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну, а на этом все.
Ну что ж, вы были на канале Алекс ТВ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Давайте.